Всем привет! С вами канал Арт Ваня. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот шоколадочка. Детские истории называется. Коммунарка с клубничкой. Должна выглядеть вот так красиво. Должна быть очень вкусная. 6 порций, кстати. А, с клубникой и йогуртом. Молочный шоколад с начинкой. Так, что тут у нас? Изготовитель. Без, они содержат ГМО, 100 грамм, представляете, целых 100. Кстати, она такая компактная, я думала, она меньше. Так, состав у нас, состав. А, ну вот тут состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. И давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Да, такой молочный шоколад. Здесь, кстати, вот шоколад довольно темненький. Здесь видно, что довольно светленький. Так вот конфеточка выглядит симпатично такими здесь пупырышками. Проходящими, чтобы они как будто бы не отвалились внезапно друг от дружки. Давайте разрежем. Опа. Так. Молоко вижу. Подождите, а клубника где? Клубнику не вижу. А, ну клубнику, кстати, вот здесь вот видно. Какие-то прям совсем маленькие точечки, прям вот козюлечки, прям маленькие-маленькие. Давайте еще одну разрежем. Я надеюсь, что нам не придется с вами резать ее всю. Блин, я не вижу молоко. Слушайте, а... ой, не молоко, а клубнику. Клубники не видать вообще. Ее вообще как будто там в помине и нету. Видите, они все беленькие, ее и нету. Здесь нарисовано то, что вот она есть, то есть, ну, по сути, нас просто обманули. Просто вот чистый обман, правда. Здесь она есть, там ее нет. Хотя, кстати, фирма довольно известная, Коммунарка, как бы она, ну, известная, по-моему. Ладно, давайте попробуем, может быть, по вкусу хотя бы будет там что-то подобие, что-то похожее. Пробуем. Приторно-сладкий шоколад. Чувствуется, что молочный шоколад. И чувствуется молоко. Кстати, клубники я вообще не почувствовала. У меня, кстати, появилась идея разрезать немножко по-другому. Давайте попробуем. Просто вот как молочный шоколад. А с самим же молоком. То есть вот эту вот белую клубнику, не знаю, я чуть не почувствовала. И, честно говоря, мне не нравится такой вот цвет шоколада. Видимо, он прям очень сильно молочный, что ли. Я думаю, можно разрезать вот так вот. Тут мы сейчас, может, точно увидим клубничка. Нет, слушайте, нету. И там нету вот. В помине нету. Ну, какие-то вот козявки есть, как будто бы. Но мне уже начинает казаться, что просто. Хотя вот тут вот. Здесь как будто вот на этом кусочке как будто бы есть. Ну, нету столько. Как должно было быть, нету. Давайте еще кусочек попробую я. Может, что-нибудь нащупаю. Ну да, по вкусу получается просто молочный шоколад с молоком. Никакой клубники я вообще не почувствовала. Если вы пробовали, напишите свои отзывы. Может, мне такая пачка попалась, какая-нибудь левая. Не знаю, очень, очень странно со мной, ну, это первый раз такой, чтобы вот был вот так вот шоколад. Нарисована клубника, а ее забыли просто положить.
Также обязательно подписывайтесь, смотрите другие ролики, другие обзоры. Обзоры на технику, влоги, путешествия наши. Обзор вот был вот на такую вот вкусняшечку. Посмотрите. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.